Так, дорогие друзья, приветствую на своем канале. Обещал вам снять розы, когда они больше распустятся. Вот смотрите, сейчас я это делаю. Возле нашего поклонного креста. Я пройдусь поближе все. Дальше уже. Кстати, вот эта роза пахнет просто здорово. Глория. У нас вот часть, где дорожки там насыпаем, а здесь просто на травку косим. Просто рассадили столько их. Красотища. Вот так это выглядит. Царство роз. И видите, сколько бутонов, сколько они еще свисти будут. Такая вот есть красивая, цвет такой. Опять Глория, это так ароматно очень пахнет. Вот такой цвет есть красивый. Помню, здесь был пустырь. Вот в этой дорожке тогда я сделал так разметочку, спроектировал. Когда садили эти розы, я часа за два и два с половиной долбил без перестанок эти ямы под них. Смотрите, все, какая красота. Стоит здесь дубовый большой такой. При входе я посадил две березки, вот